Новая автодорога в новом микрорайоне. Она связала Пятый и Акуловскую слободу. Новую трассу строили, соблюдая самые современные технологии в максимально короткие сроки. Как открывали и как ехали с ветерком, но по правилам, рассказывает Татьяна Барулина. Ее уже окрестили «Дорога жизни». Она соединила два микрорайона – Пятый и Акуловскую слободу. Строительство началось в октябре прошлого года. Сразу после обращения главы района губернатору области Андрею Воробьеву дорогу Внепланово включили в программу на 2015 год. Я не побоюсь сказать, что другой такой дороги у нас в городе нет, правда? Вот честно, такая красивая, такая освещенная, а главное – безопасная. Протяженность дороги почти 1,5 километра, ширина полосы 3,5 метра. Двустороннее движение, пропускная способность в сутки примерно 9000 автомобилей. Дорога просто вообще шикарная. Ехали просто вообще как по маслу. Правда, конечно, жаль, что нам здесь нельзя ехать не с велосипедистом, а так дорога просто шикарная. Нам очень сильно понравилось. Да, хорошая, без ям, освещение есть в темноте, это очень хорошо. Дорога пока не пригодна для велосипедистов. Нет специальной велополосы, но зато безопасна для пешеходов. Уже установлены дорожные знаки, пешеходные переходы, новая разметка. Очень здорово. Здесь так гулять хорошо. Ну и вообще проезд будет хороший. Также по новой дороге в ближайшее время пустят короткий автобусный маршрут из 5-го микрорайона до вокзала. В любую точку города можно будет доехать. И это очень хорошо для жителей Акуловской слободы. Кому в школу, кому в детский сад, кому на работу, кому куда. Уже обустроены тротуары, проведено 1,5 километра линий уличного освещения. Также новая дорога оборудована ливневками и очистными сооружениями. Татьяна Барулина, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.